Всем так слышно. Всем привет. Илюха, добро пожаловать на стрим. У него уже 5 человек. Стрим с устройства. Как бы телефонного устройства. Всем привет. Привет. Мне тут кто-то в чате пишет. Ну что ж, поотвечаю на некоторые вопросы и скажу, что я собираюсь сделать. Так, ты в Флиппе, значит, будут персонажи из Happy Free Friends? Конечно. Конечно, они будут. Не переживай. Анимация будет про, типа, Майнкрафт. Анимация будет про Майнкрафт. Так, следующий. Привет, Флиппи, это реально ты? Ну, как бы... Так, нет, но... В принципе, мой канал, да. Так, да. Походу, что-то тут неправильно. Слишком... Что ли как-то широко... Ли... Блин, тут как-то неровно. Вот, неровно же. Я ее вообще не так поставил. И, блин, так. Этот кубик вообще нам пока не нужен. Он пригодится, нам нужно нормально сделать. Привет, привет. Спасибо, заходите на стрим. Так, и еще один вопрос. Про анимация, типа про Майнкрафт же будет, да. Про Happy Free Friends тоже будет. Рисую нашу... Челика в Майнкрафте! Так... А тебе вообще когда-нибудь делал анимации? Делал? Ну, у меня они не будут удачные, ребят. Пока что сегодня буду заниматься персонажами на нашем стриме. И еще... Привет. Офигеть, спасибо тебе большое, блин. Я не успел прочитать, как тебя зовут, но ты красава. Пожалуйста, извини, что забыл прочитать, не очень такого уважения, но очень тебе большое спасибо. Я тебе так рад. За донат. И, блин, походу нужно вот этот кубик убрать в сторону. Он тоже на всякий случай. Ну, чтобы типа там не делать этих. Хотя легче сделать. Ну ладно, уже что там. Блин, точка спама плохая. Как нам туда засунуть? Давайте думать. У меня тут вот много персонажей. Подождите. Вы, наверное, спросите, почему персонаж... Что это за говно? Где я? Что я? Где я? Что это за хрень? Господи, слава богу, что-то сделалось.
Так. А чё это? Я знаю, что это что-то типа того. Ну ладно, отключи. А это вот типа такие штуки. Заходите на стрим, не стесняйтесь. О, прикиньте, уже 84 человека смотрят. Удачно, удачно, удачно. И нужно как бы... Подождите-ка, подождите-ка. Этот кубик создан, но его как бы надо туда засунуть. Нужно дополнительные стрелки. А, я знаю, что нам делать. Смотрите-ка. Переворачиваем его. Ну, типа, да. Теперь, типа, тащим сюда. Ок. А как теперь вниз? И точно так же. И о, еще донат. Спасибо, блин. Я даже не знал, что мне донатить бы. Ну, донат это мне не очень важно, да? Прям. Ну, нет, конечно, донати, если вы хотите, но человек честный. Не буду так. Блин, нет. Ой, скажите, что-то сейчас остановил. Я не знаю, я что-то эту штуку как-то потянул, прям реально сложно стало. Нужно теперь ее же выровнять, блин. И блин. А ну-ка. А ну-ка, давайте зайдем в помощь. Это вообще офигенно. Подождите-ка, подождите-ка. Смотрите, сейчас я, в принципе, делаю белую комнату. Точно. Но этот куб нам уже не нужен. Сейчас я буду делать белую комнату. Персонажев буду делать в следующем видео. Сейчас буду пока все обустраивать. Точно. Это тут вот такие вот штучки. Офигеть, только 8 минут где-то ролика, я уже успел получить донат. Какой бы нам сделать? Это чё? Это пригодится. Да пусть нахрен будет, чё нам? Не, похер, пусть тут будет. Чё? А он типа с этой стороны какой-то черный. Не. А чё, блин? Нельзя его другого цвета сделать или шо, блин? О, здорово, здорово. Да-да-да, делаю, делаю. Как видишь, у меня тут коврик хотел сделать, да, он не белого цвета, а мне нужно белое, ну ладно уже, теперь его надо сделать ровным.
Что я сделал с ковром просто? Взял и изуродовал его. А, я же хотел его перевернуть. И нахрена он... Не будем обращать внимание. Просто почему я не могу сделать нормально эту стену? Чувствую, анимация будет делаться долго. Так что придется нам, ребята, пожариться надо. Нужно ровно его выровнять. Потом... А вот так вот можно было просто его повернуть. А потом нам... Нет, так просто не будет. Да подожди, да мне красная нужна. Поэтому лучше делать на компе, ребят. Если у вас... У меня, конечно, есть комп, но, блин... И это на нем нет. Нужно немножко его подправить. О, здорово. Очень рад тебе. Оу, спасибо тебе, спасибо. Давайте вот смотрите. Сделаю топ, да? И походу сейчас начну читать чат, потому что, ну, пишут там, заметь меня, заметь. Хоть кого-то надо заметить. Вот прям надо заметить. И я еще... Господи, что с этим кубом не так? Его надо перевернуть, может, мне просто было. Нужно, в общем, куб. Иди ты, знаешь куда? За комнату. И кадр типа будет. Бах. И блин, я не пойму вот. Ну вот нельзя сделать. А, я, кажется, его еще пальцем нельзя. А так можно было? А так можно было, что ли бы? Тем более мне снизу надо стенку сделать. Вы скажите, зачем тебе стена? Зачем тебе белый куб? Типа будет белая комната. Психушка? Сложный вопрос. В смысле? В прямом. Да, я... Чат и делать сложно читать. Тем более чат читаю на отдельном устройстве. И мне типа теперь нужно и тебя перевернуть. Я не понимаю, нельзя что ли настроить куб? Персонажей буду делать в следующем стриме, а потом типа уже саму серию буду делать. А сейчас просто делаю куб. Потому что персонажей я еще подучусь делать. Прям подучусь. А что вы думали? Ладно. О, да спасибо тебе большое, братан. Ты у меня в долгу, блин. Я пока с этим кубом делаю, вы давайте пишите, типа... Чё? Вы знаете такого, типа, друга, который взял... И предал меня. Вы скажете, как он тебя? Стоп, я перевернул. И... Как с этим? Вообще, какая с этим?
Почему нельзя... Ой. Ну, чё это? Спасибо вам за донаты. И у меня в жизни было вот несколько донатов. Где-то. А, я понял, где... А, нет, не понял. Я тут уже понастроил какой-то всякой херни. Не знаю, зачем она нужна, разберемся. Что я хотел сделать? Я хотел этот куб перевернуть, и у меня телефон сейчас упал. А так, а зачем я так кручу? Ну теперь можно. Тут в одной стороне вообще нет. Что это? А, это типа... Ни хрена не понял, зачем она нужна. Тут у меня летающие кубики будут. Это что-то с паркуром должно быть связано. Их специально поставили летающие, но вообще-то они должны быть не в таком положении. Ну ладно. Что, где я? Пустота тут. Инь-янь. Тут вообще начинает колбасить что-то. А, вот еще куб, который хочет сюда вставить. Смотрите, вот. Нет, неправильно. Неправильно ты, да, дядя Фёдор, говоришь. Ты что, с ума сошел? Какой дядя Фёдор? Какой неправильный? Оу, стольник. Больше не дам. Логично. Никто не хочет денежки свои терять. Ну, спасибо вам, конечно, за донаты. И давайте наберем подписки. А чё вы не подписываетесь? Донатите, а без подписки. Чё, давайте подписывайтесь. Донаты без подписки. Что, блин, происходит? Я просто... О, подождите, тут настройки куба есть. Да нет. Да нет. Эти настройки куба не сделают его лучше. Уже у меня тут такой мультик. Подожди, что ты сделал? Так вот, кубик уже сделанный. Смотрите. Тянем его сюда просто. Уже снят мульт наш. Снята какая-то херня, которая... Которую надо... А, это один кубик. Я-то думала, это несколько кубиков.
дальше. Ну смотрите, в общем, шо? Делаю паркур. Никакой стены не будет. Разберу просто типа их. Типа паркур в Майнкрафте. Это... Но это будет угарная анимация. Не только потому, что так, но только потому, что, блин. Ну я же. Воу-воу-воу. Стоп. Смотрите, ребята, что я сделал. Так можно, что ли, было? А теперь полетели, полетели друг с другом. По нему уже видно, то, что он недоволен в этом кубу. Теперь сделаем его нормальным. Так, подожди. Ты не волнуйся. Он типа будет держать еще типа. Подпишись. Наверное. В общем, планы. Так я и флипы тут сделаю так. Типа это болельщики там будут. Внизу у нас хрен какая пустота. То есть цвет я имела в виду. Какого? Фиг знает, какого цвета пустота. Воу-воу-воу, спасибо тебе, спасибо большое. Гав-гавыч. Квадратные болельщики. Это очень круто. А так что, можно было, что ли? А куда я нажал? Куда я нажал? Что ли? О, да. Так, кого сделаем из лесных? У меня тут много. Может, тут Белшифр вообще будет? Я вон тут скачивал спрайты. И, возможно, это будет какой-то Флиппи. Может, Сань? А где этот кубик? А, он вон там у меня спавнится. Это пока что будут болельщики. Сейчас мы пока его донесем. Будет хреново. Стоп, подождите-ка, подождите-ка. Так, ну я просто буду типа квадратные, чтобы их не заморачиваться рисовать, а типа просто взять, ребят. И блин, его надо еще как-то занести. Так, нам нужно отпустить его теперь немножечко вот так. Нам вообще перевернуть его надо. А что этот вообще лежит? А, они же четырехсторонние. Ну все, болельщики. Соник Икзи. Соник Икзи, в общем. Как его? А как его зовут? Хэнди, Хэнди, точно. Хэнди строитель.
И паркур, типа, будет. Ну, смотрите, не буду же я только кубики делать. Нужно же что-то, типа, сделать, чтобы... Типа, он прыгал. Пик-бак, пик-бак. Иначе какой паркур без прыгания? Нет, ну не только же он должен прыгать. Он должен еще, ну как бы... Смотрите. Ну блин, они тут пьяные вообще валяются. Анимация будет угарная, но... Поставлю тут еще, смотрите. Поставлю там потом еще флеки сейчас уже. Флеки, это в общем... Тоже из лесных друзей. Ну, думаю, знаете, ежиха эта красная. Я не знаю, кто она. У нее на колючках перхоть. И я сделал ее ежихой, потому что она, видно, красилась. И вот перхоть у нее осталась. И так, не, ну это так нет. Она кто-то своего рода. Но не своего цвета. Уже мы тут с вами делаем. О, спасибо за донат. Я уже чувствую себя богатым. Блин, вот. Оу, щит. Я сейчас хочу, блин, сделать типа тоненькую линию. А вот теперь... А в смысле они вместе? А, ну это хорошо, что то, что они соединились. Я, наверное, вырежу вот эти вот кадры, которые я случайно так заснял. Да подожди ты со своим кубом. Я кубик этот удалил. Да блин, ну вы достали уже. Ладно. Теперь его надо переворачивать. Паркур получится хреновым, болельщики. Флаки будет, она вон тут будет. Они вон там в начале самом будут смотреть. Чтобы не заморачиваться, как их делать. Опачки, я, кажется, знаю, в чем тут дело. Тоненькая она будет. Ну, а теперь, наверное, и челик будет белый. Блин, я вообще хотела сделать комнату 24 часа в белой комнате. Но, блин... Сами поняли. Теперь давайте флаки сделаем. Вон тот кубик нужен. Походу. Куб. Вот он там у нас. Его надо переворачивать, чтобы он к нам пошел. Я не понимаю, почему так сложно было сделать, что ли, 4 стрелки? Или тут как-то можно настроить? Теперь тут вообще нельзя. Потому что, видите, просто типа заморачиваюсь. Уже бы давно перешли бы каким-то другим этапом. Вот. Вот чё это, ё-моё! Я, походу, неправильно кручу. Кручу, верчу. А, да. Ещё тупости моей нет предела. Ой, и нам вот так надо покрутить.
И спасибо вам, конечно, за... О, еще кто-то... Я только... Вот, вы понимаете? Конечно, вы понимаете. Советую вам тоже делать стримы, потому что... Но советую на компьютер. Но на телефоне неудобно. А еще комментарии смотреть. Я вообще с другого устройства смотрю. Потому что вы бы видели чат. А если бы тут бы был бы чат, то тогда было бы сложно. Вообще на телефоне нельзя делать стримы. Но я это сделал, ну, читерский, скажу за много лайков. И флаки надо снять еще. Стоп, нет. Подожди. Я тут сколько снял. Уже ребе... Да нет, она еще не снималась. Эта игра шутит. Я все настрою. И вот она типа тут будет. Вам будет казаться, что она типа сидит, но на самом деле она... Поняли уже. Летает. Теперь нам нужно зайти в спрей. Нет, не кентер, только не кентер. Опять понажимаю куда-то. Help. Help, где я? Где я? Где я? Где я? Что со мной происходит? Отключите нафиг. Охрененно. Я вообще не вижу. Может, они где-то... Вот нафига я только начал жать? Я вообще не понимаю, где я нахожусь. Наконец-то! Я хрен где знает был. Я с этой флаки уже замучился. Да нет, я хочу отключить кентер. О. И где тут? Вроде сюда надо нажать. Или куда? Или я скопировал его. Я тупой. Так, теперь... А как я это делал-то вообще? Вот чё? А, я куда-то сюда нажал. Вот. Ещё если нужно его взять. Интересно... Угу. Вот так вот. Её, конечно, обязательно перевернуть. Спасибо. Пошли, Илья. Мне вот
почему эта кнопка пауза не работает? Как бы типа стрим переостановить. Но мне это не надо, но это потоньше может сделать. Тут кубик нет. Он типа прыгнет на этот кубик, потом на этот. Он типа еще с боссом будет драться. Блин, так она вверх смотрит. Да, похер. О, не показали, значит, нет. Боже. Так. Здравствуйте. Наверное, уже 2 стрима и мультик будет готов. Не думаю, что он будет лучшим, но посмотрим. Желаем, конечно, ему всего самого лучшего.